У нас по легенде учений сейчас идет эвакуация города Благовещенска. И вот в рамках этой эвакуации нам поступило вводное о том, что прибыли три вагона хлора и имеется утечка. Можно получить ожоги внутренних дыхательных путей. По нормативам должны прибыть, получить сигнал, прибыть на место, организовать ликвидацию и обеспечить безопасность населения города в данном районе. Костюм радиохимической биологической защиты, он может одеваться в два типа, в тип плащ и в тип комбинезон. Получается, он защищает от внешних факторов, которые влияют на жизнь человека. Защита получается дыхательных путей, слизистых оболочек и тела человека. Будем делать завесу, помогать пожарным, водную завесу, чтобы погасить облако.